хлипкому браку конец, Галустян может скрывать развод ради детей. Михаил хотел разойтись уже после свадьбы, но рождение ребенка его остановило. После 13 лет брака юморист и актер Михаил Галустян может скрывать развод с супругой. Дело в том, что уже давно в Инстаграм артиста не появлялись публикации с совместными семейными снимками. На светских мероприятиях Михаила и его жену Викторию практически не видно. Последний раз Галустян со своей супругой были замечены вместе на игре «Что, где, когда». При этом на пальце Виктории отсутствовало обручальное кольцо, а сам Михаил держался неуверенно. Его смятение можно заметить по фотографии, где юморист позирует с натянутой улыбкой и печальным взглядом. Самого Галустяна также можно заметить без кольца. По всей видимости, супруги приняли решение не травмировать психику детей разводом и остались в теплых дружеских отношениях. На 40-летие артиста Виктория опубликовала пост, где поздравила Михаила с юбилеем, видимо, для того, чтобы поддерживать видимость семейной идиллии. Недавно Михаил Галустян признался, что хотел подать на развод много лет назад, но с рождением девочек все свое время супруги посвятили детям. Судя по всему, именно ради дочерей Михаил и Виктория могли оставить в тайне и не делать публичной информацию о том, что хлипкому браку конец.